озвучил Майкл Кинг. Мне тоже стоит почитать эту книжку. Хорошая книжка. Ой, тяжеленькая. А это... Твой телефон? Да. Могу я присесть здесь? Нет. А, извини, ты ждешь кого-то? Нет. Просто тут не так много свободных мест, так что... Но... Почему бы мне не пересесть, а ты тогда сядешь на мое место? Ты странный чувак. Люди. А книжка хорошая? Пожалуй, что да. Удивительный мир жуков. Иди посмотрим. Да нет. Спасибо. Надо же. И еще работает. Аж с Рождества. Музыка. Кажется, я заметил христианина. Не, стой. Прошу прощения, хотела сказать, у меня в детстве был такой же снежный шарик. Хорошая эта книжка, это хорошая... Хорошая книжка? Да, вполне хорошая. То есть, я хотел... Круто, что у тебя был такой же шарик, когда... Хочешь завести музыку? Нет. Окей, да. Глава первая. Жуки, друзья или враги? Перевел и озвучил Майкл Кинг по оригинальному скетчу Studio C. Больше прикольных видео вы найдете на моем канале и в моей группе ВКонтакте. Все ссылки также есть в описании. Всем спасибо и всем хорошего дня. And then comment below about a time when you had an awkward encounter. Just